Всех приветствую на своем YouTube-канале, и сегодня у нас обзор на черную редьку. Сорт, к большому сожалению, не помню. Черная редька является наиболее полезной из всей своей родни. Ей лечат кашель, суставы, камни в желчном пузыре и многое-многое другое. Она улучшит многие салаты, и даже чипсы к пивасу производят из черной редьки. Мы обычно сажаем редьку после уборки лука. В этом году посадка состоялась 1 августа. Всего посадили 9 рядов по 7 семечек в ряд. Расстояние между рядами 15 см. Между растениями 10. Взошла очень быстро и очень дружно. В сезоне 2020 это самые дружные всходы из всех культур. Откровенно говоря, этой культурой я вообще не занимался. За все 2 месяца, что она росла, я ее один раз подрыхлил и больше не подходил до самой уборки урожая. Черная редька отлично росла весь свой период и ничем не болела. Уборка состоялась 8 ноября. 10 штук треснуло, и еще около 20 были очень мелки и пошли на компост. А на хранение ушло 20 килограмм этой очень полезной культуры. В итоге хочу всем порекомендовать сажать черную редьку, так как она очень полезна для здоровья, лечит кучу всяких болячек и очень неприхотлива в уходе. Повторюсь, за 2 месяца весь мой уход заключался в том, что я подрыхлил ее один раз в юном возрасте, а урожай получился хороший. Подписываемся на канал, новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!